Родины. Многие думают, что тренажерный зал помогает сжигать жир. Да, это так. Но это делается косвенно. Если вы пошли на тренировку и покачались, это не значит, что у вас сгорел жир. Основная цель тренажерки – это сохранить твои мышцы на месте. Пока ты качаешься, тренируешься, приседаешь, делаешь какие-то силовые упражнения, у тебя сжигается гликоген, но не жир. Твой организм намного больше начинает расходовать калорий. Так, у тебя базовый обмен веществ 1300-1400 у девочки, либо у мужика 1700-1800. То потренировавшись, твой организм еще также требует энергии на восстановление мышц, что увеличивает его расход калорий примерно на 10-20% в зависимости от интенсивности твоих тренировок. Сжигают жир кардиотренировки, ходьба, велик, эллипсоид. Они сжигают жир во время того, как ты что-либо делаешь, если интенсивность небольшая. Однако силовая тренировка сжигает за час 300-400 калорий, кардиотренировка около 200. И любая тренировка имеет очень косвенное влияние на сжигание жира. Самое основное – это твое питание. Нет упражнений, которые сжигают жир. Есть просто дефицит калорий.